Я сам.
Я собираюсь на улицу. Ташкент. Прощай, улица, веришь, валит на лица провинции. Мой вечерний рай утомляет днями ночь, как лаком воды. И ты это знаешь, и чертишь планы на несколько слов вперед. Проносятся шорохлопы, и спадает маятник время пьет. Ты шепчешь губами в мои губы, мне даже не нужен смысл. Thank you.
Yeah.
Вашу всю группу с 15 лет.
Thank you.
Yeah.
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 Кино, ты заметил, что я практически одним глотком выпил, а ты из бутерброда. Я тоже вообще мне прям неудобно стало за себя как-то. Не, ну, а где животное все, а? У нас первое. Хорошо. Значит, свежие были. Лоси воспитала сначала. Нет, я же съела сначала лапку. Потом Светка. Розову убрала, я под вечер тоже. Не, ну Светке-то надо. Света, мягко говоря, полку розову убрала, если не весь. Ну это что? На себе гости. Она оставила. Егору на концерт туда прийти. Так вам пришла подъесть? Она оставила Андрюхе лапку и белое мясо кусок, так и сказала. Ой, как мне у вас нравится. Говорю, у нас, смотри, если у нас кроватка есть уже, он говорит, а сколько можно поворотить? Все. Нет, пока надо с Москвы вылезать. В декабре будет запасник, и все, декабрь у нас, там ну, а я одна попытка будет у меня движений. И все, и с Москвы, во-первых, Москва уже вся забита как бы вечеринками, там просто не сложно. Надо как бы приостановиться пока. Приходится очень много, народ тоже там, знаешь. Следит как бы за этим очень. Это что-то потрясающее. А у нас тут... Там везут вообще... Раз, два, три, четыре, пять. Так, есть. Первый пошел. Боря рюкзак. А Боря рюкзак теряет просто вот... На ходу. Парень Новгород, когда поехали, блин. Я пошла в буфет искать его очки. Нижний Новгород через два месяца тоже пообещаю. Это самое... Ну я промоутера нашла, ни клуба нет, а промоутера. Ну хорошо, да. Это самое очки, я-то подумала, у него золотые какие-то. Понимаешь, вписалась в эту тему, да. Золотые. Появится она, это непонятно. Да, да, да. Это Дэй сказала, что мы проведем весело время между. Давайте нахлобучим, да? Нахлобучим. 21-22. Ну, наши проблемы со временем, как бы мне сказали сразу в клубе, чтобы начало, ну, с Александром договорилась, 21. Отлично все. На сайте клуба 22. Где-то еще там 21. И в общем, вот люди такое вот, люди спрашивают, когда, и когда же начало. Ну и главное, что разные люди не в 21 начнут, а чуть позже. Нет, я сказала, что делаем так. Начало пусть обозначено будет 21, там 22. Но начнем мы ровно в 22.00, а фильм поставим в 21.30. Кстати, мы фильм-то взяли. Да, я взял. Так это самое. Можем просить его, что мы еще завтра на концерте Бидла. У тебя свисток есть? Это да. Ну, как выйти со свистком с таким вот. Нет, так он у меня на шее будет висеть просто. Тренер такой. Тренер. Я буду тренер. Я буду директором, а тренером. Это еще надо Adidas костюм. Костюм Adidas. Полосатый стрибятик. Да, да, да. Свисток. А как в фильме, помнишь, семь мужиков и одна эта самая. И это, и секундомер. Большой вот такой. Хороший был в очках вот этот, с животик. Это же артист Черков, который в юность Максима играл. А этот Смирнов там был хороший. Смирнов. Еще больше персонаж мой любимый, который был. Я Гриша, вот этот. Вообще супер. Я Гриша. А секундомер это вовсе не пустая фигня. Я знаю Анастаса Алексеевича Микоян, он же Намин. Он с секундомером стоял и считал, сколько, говорит, вот там барабанщик Васильков. Теперь соло 4 минуты. Вот это и вот и это. И там значит играет. Ля-ля-ля-ля-ля. Есть собой, конечно, литр 70 сигар. Раз, бах-бах-бах-бах. И значит, в самолет. Ну что же, входим. Ну привычно, знаешь, вот в эконом-класс. Я жаль, что есть бизнес-класс. И говорят, проходите туда. Так улыбаются, да, они такие вот вытянутые японцы, они такие, знаете, эти стюардессы. Пиздец, к пилотам ведут, наверное, сейчас что-то неправильно сделают. И когда мы входим, вот такой вот, сажается такого одного на диван, вот на такой примерно на диван. Значит так, ну знаешь, советский человек что делал? Я вот так вот подвинулся. И ждешь, пока что, другие. Потому что я думал, что они так меня сильно. Потом приходит эта баба, японская, поднос, маленькая какая-то штука. И говорит, шампанское, жизнь взлетная, или лепсиковая. Я говорю, водка там есть. Не питал, он говорит, иди, ты красавица. Значит, я тогда сижу. Самолет взлетает, но самая измена. Когда они придут, там же вот эти иллюминаторы. Они прямо так это все видно, красиво. И главное, что весь ансамбль сидит один, представляешь? И каждый на своем диване. И начинается такая измена. А руководитель находится в Нью-Йорке. Там, в офисе докладываю. И вот, блин, полет. А мы посчитали, сколько, знаешь, мы нормальные же двоечники.
Сколько летели в Лос-Анджелес в Японии? Ну, часа три быстро же уберешь. По глобусу там. По глобусу три. А там 11 часов перелет. Блин, ну что можно делать 11 часов? Вот так вот зажавшись в волну. Да, бизнес-класс. Ага, хорошо. Не садиться, да? Нет, 11 часов и ужас. Мам, 700, давай. 40 секунд. Выпили весь самолет. Дядя Миша в щепки перебил. С Никитой. Кого? В щепки. Да, а потом в Токио взяли еще. Дали, а в Усаке мне испугался, в автобус сел, он поехал с Жукой туда. Отвечу чуть-чуть. Движение в другую сторону. Случилось что-то. Роспорт. Арина, а диски мы не привезли? Что, вы привезли. Ну, мы обедали. Я бы не доверил. Ну, это что, на машине что ли? Да, там, там. Я тоже бритву забыл, да? 56. Все пропало. Так шла? Все как бы вообще. Так вообще, молодцы. Позавчера у нас перерыв как раз был. Но вчера выпало из жизни, потому что мы как позавчера заехали к Оле, и ну, вчера же не вышли. Ага. Я сегодня забирать. Вчера мы будем из моих забирать, да. Мы отыграем. Плохо девушке совсем. Ой, как плохо. Не смеши, мне все лучше и лучше. Не заколебни, смотри.